Здравствуй. Здравствуй. Ну что ж, сегодня у нас очередная дегустация, и я не побоюсь этого слова, уникального пива. Это... Что в нем такого уникального? Уникальное оно тем, что инициировано господами из группы Clockwork Times. И называется «Делай ярче», как одноименная программа, которую Слава Ширинкин делает вместе со своими друзьями. Кто такой Слава Ширинкин? Кто не знает Славу Ширинкина, тот пиздует в Википедию. На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными. Понятно. Оп, оп. Ну, тут одна какая-то пена. Ну, еще пены, да? Лейте, да лей, как в тот раз. Ну-ка, как обычно. Ну, типа того, да, все. Что за жанр? Ска-панк. Пиво. Пиво American IPA. Ну, соответственно, APA, я так полагаю. Будем. Пахнет. Пахнет. Хмелями. Прекрасными хмелями. 6,5 градусов, которые абсолютно не очищаются. Пахнет хмелями, но таких хмелей что-то прям не очень много. Не очень много. Такой какой-то не сильно такой хмелевый. Мне добавить нечего, на самом деле. Типа IPA, она и есть IPA. Ну, IPA. Типа, ну, IPA. А что значит IPA? Ну, кроме того, что это Indian Pale Ale и там нюансы. С выраженными хмелями. Вот они здесь не выражены. Мне кажется, выражены. У меня прям горькое такое. Ну, он такой, он слегка горьковатый. Горьковатый, как вот и любят обычно те, кто любит IPA. Слегка. Ипа и ипи рознь, потому что мы понимаем, что хмелей сейчас развелось целая куча. Там одни как раз из Америки, как вот здесь тоже Америка. Потом... А здесь какие хмеля, кстати? Какие здесь хмеля? Пишут. Не, название хмелей здесь что-то, к сожалению, не указано. 6,5 оборотов. Спирт не чувствуется, как должно быть в крафте. Ну, я бы не сказал бы, что он прям совсем, что он прям совсем не чувствуется. Спирт. Я думаю, что к концу банки он будет очень неплохо чувствоваться. Вот, и что-то как-то... И оно не воодушевляет, если честно, меня. Вот это пиво на... А оценка? По системе тапка 3,75. Не очень люблю горечь, но то, что оно ароматное и... Скрыт спирт. Да это... ни хрена он не скрыт. Да скрыт. Да не скрыт. Я его не чувствую. Может, просто после вчерашнего? Ага, что вчера было? Расскажи. Ну, вчера пробовал... Другое пиво. Много раз. Оно не вошло... В обзор. Не в обзор. Не вошедшее. Да, вот. Не вошедшее. Ну, я бы ему поставил... Ну, троечку я ему не буду ставить, потому что оно нет такого там в нем чего-то такого неприятного. Внутри что... это уже масс-пиво. Слушай, а что такое 2 тогда, интересно? 2! 2 это если тебе насрали в стакан. Ну, а масс-пиво это не насрали в стакан? Башка трещит с этого всего, потом... Ну, не, у меня на некоторые пиво у меня есть, как бы, двоечки. Казалось бы, сальса какая-то, вот сальса пробовала, сальсу. Это насрали в стакан просто. Ну, если более подробно разбирать, чем насрали, там, типа, огурцы с горькой шкуркой. Но это не реклама пива 4 пивоваров. И даже не антиреклама. За антирекламу тоже не платят конкуренты. Да. Сука, никто ни за что... Ни на что, никуда не платят. Ну, нам почему-то. Ну, окей, оценки расставили. Я не расставил не еще. Расставил? Ну-ка, давай расставляй быстрее, пленка. Ну, в общем, 3,25, потому что... 3 с четвертью тоже. 3 с четвертью, да, потому что... Ну, это я не скажу, что совсем... Оно скучное. Это скучное пиво. И горьковатенькое такое. Слава, который задарил мне эту баночку, сейчас... Приедет и за 3 с четвертью тебе... А с чего это приедет? А кто, так сказать, запрещает чего-то там у нас? Пока... Свободная страна, да. А, мы живем в свободной стране. В свободной стране живем. Как вы все знаете. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен. Тройки ставить нельзя. Что за хрень вообще полная? 3 с
с маленьким плюсиком. Менты идут.